Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко! И вот у нас сегодня в Киеве такой вот хороший солнечный день. Всем, во-первых, привет с Киева. Ребята, держитесь, белорусы вы мои родные. Пусть все будет хорошо у вас. Берегите себя, здоровья вам, успехов. И вот появилась такая информация, что евродепутат от немецкой партии «Зеленых» Виола фон Трамон просто разнесла в пух и прах фактически диктатора Лукашенко и призвала всех евродепутатов, всех здравомыслящих людей бороться за то, чтобы Лукашенко отдать под трибунал. Она назвала его никем, пустым местом фактически, разнесла его в пух и прах. Это очень сильное заявление евродепутата, и я очень благодарен ей. И она еще сказала, не такой звонок Меркель не может быть оправданием того, что творит этот злобный упырь и диктатор Лукашенко. Я полностью присоединяюсь к этому заявлению Виолы. И вот хотел бы тоже призвать всех чиновников Европейского Союза последовать примеру Виолы фон Трамон и бороться против этого диктаторского режима. Живе Беларусь!